Цель этой поездки, она давно для меня стала ясной, когда стал нарушаться указ президента, когда стали в район боевых действий направлять неподготовленных, достаточно, на мой взгляд, военнослужащих, когда было внесено изменение в действовавший на тот момент указ об ограничении полугодовым сроком службы, чтобы направлять туда военнослужащих. Я хотела бы сделать все возможное, о чем я говорила и раньше, чтобы тех военнослужащих, которых в нарушение указа президента отправили на войну, чтобы их вернули. Чтобы их вернули в Ленинградский военный округ, в Карелию. И если действительно такая возможность подтвердится, сейчас идут переговоры, то на следующей неделе, да, я туда полечу. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы оттуда ребят вывести.